В России стартовали региональные чемпионаты и конкурсы «Молодые профессионалы» World Skills Russia. В Татарстане одной из площадок чемпионата стал дом научной коллаборации имени Валиева при Елабужском институте КФУ. Здесь впервые в истории регионального чемпионата проходит конкурс по компетенции преподавания технологий. Мы надеемся на хорошие результаты, потому что те ребята, которые покажут лучшие результаты, у них есть возможность попасть в полуфиналы и финалы. Конкурсанты возрастом от 16 до 23 лет, студенты колледжей и молодые сотрудники образовательных организаций 3 дня выполняют задания в общей сложности на 15 часов. Они разрабатывают интерактивный сценарий урока, конструируют 3D-модели и разрабатывают к ней методические рекомендации. Это профессиональный рост для него самого же. Это, можно сказать, даже больше, чем ВКР, который они собираются сдавать, так как это уже полный рост его навыков, умений, которых мы шли все это время, исходя из педагогических практик, производственных, соответственно. Вот. И в дальнейшем его сертификат участника или же место будет серьезным помощником в профессиональном росте в дальнейшем деятельности своей. Победители получат возможность представить республику в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia 2021 году, который пройдет в столице республики Башкортостан в городе Уфа в июле следующего года. Валерия Кожевникова, Айдар Нурмиев, Универньюз.